В экспозицию вошли 60 фотографий, выполненных с подлинных негативов Карла Булы. Среди них самые известные виды столицы Российской империи начала 20 века, снимки военных парадов и императорской семьи. Особую значимость выставки и документальным свидетельствам эпохи придает столетняя годовщина расстрела царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. В экспозиции также представлены фотографии знаменитых людей. Среди них, например, писатель Лев Толстой и балерина Матильда Кшесинская. Карл Була – единственный, кто был удостоен знака «Фотограф Санкт-Петербурга». Он заслужил славу отца российского фоторепортажа. Запечатлел важнейшие события в жизни страны и повседневную жизнь различных слоев населения. Фоторепортажи постоянно печатались в российских и иностранных иллюстрированных изданиях. На основе фотографий выпущено множество открыток, разошедшихся по всему миру миллионными тиражами. Карл Була стал основателем династии фоторепортеров. Его дело продолжили два сына и внук. Выставка в художественном музее будет работать до 9 сентября. Вход на вернисаж свободный.